1 августа откроются столичные театры. Одним из первых свои двери распахнет музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева. К долгожданной встрече со зрителями готовятся все. Пока творческая группа репетирует, остальные сотрудники учатся работать по новым правилам, соблюдая все меры санитарной безопасности. Там его в один присест, соловей-разбойник съест. Кто успеет, пожалеет, что в житья к царю полез. Работа кипит в каждом уголке театра. За живые репетиции артисты взялись рьяно и с большим энтузиазмом. Команда готовит сокращенный репертуар. 6 лучших постановок. Это излюбленные мюзиклы, опереты, спектакли для взрослых и детей. Первое после долгой разлуки с театром зрители увидят сказку «Золушка». «Золушка» в нашем театре – это праздник, это бал, это танцы, это песни, это все. И старая всем знакомая история про «Золушку», которая рассказана нашими артистами немножко по-новому, может быть, где-то. И это история о добре, о любви. Но мы с нетерпением ждем встречи и очень хотим уже поскорее, чтобы начались спектакли. Очень ждем, мы все готовы, в полной боевой готовности. Артисты ни на день не оставляли любимое дело. Дома тренировали навыки, участвовали в онлайн-спектаклях. Из режима онлайн в реальный актеры перешли 1,5 месяца назад. На репетиции мы застали заслуженную артистку России Татьяну Петрову. Сейчас у актрисы занято все время. Она задействована почти во всех спектаклях. Когда мы вышли на работу, мы все обрадовались, потому что можно репетировать, можно что-то делать. От встречи со зрителем мы ждем радости, мы ждем этих эмоций, которыми можно подпитывать артистическую среду. Вместе с артистами в этом сезоне на сцену выйдет оркестр. И это не просто интересная задумка режиссера, а требования, продиктованные современностью. В оркестровой яме соблюдать социальную дистанцию невозможно. Рассчитано так, что оркестр будет сидеть на сцене, чтобы мы не спускались в яму оркестровую. И сцена достаточно большая, чтобы нас всех комфортно и безопасно разместить. Ну, на самом деле, это та же самая работа, которая была всегда, просто в каких-то вот условиях физических, которые мы должны соблюдать. Зрителям в музыкальном театре Чихачева тоже будет безопасно. На входе измерят температуру, а маски, перчатки и антисептик выдадут бесплатно. Билеты продают строго в шахматном порядке. Театралам стоит поторопиться с покупкой, ведь мест на спектакле стало меньше. Показ постановок стартует 1 августа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.